По-перше, що стосується заяви російського президента, то не варто торгувати повітрям. Владимир Владимирович, торговать воздухом как-то не к лицу вам, как президент все-таки большой страны. То есть то, что Россия просит перенести какой-то референдум 11 числа, так ну, надо, чтобы попросили, чтобы проинформировали российского президента, что вообще-то в Украине никакого референдума 11 числа и не было запланировано. А если террористы и сепаратисты, которые поддерживаются Россией, получили команду перенести то, что не планировалось, ну так это их внутренние там разборы. Второе, касательно фразы о том, что снос Россия готова осуществить стабилизацию ситуации в Украине, она осуществляет каждый день снос. То присылают агентов ФСБ, то оружие поставляют, то денег дают. Поэтому самый лучший взнос – это отозвать все те диверсионные группы, которые находятся на территории Украины, осудить террористов и обязать их сдать оружие, покинуть здание и сдаться властям.